Да-да-да. Да, этот день у меня как раз свободный. Да. Да, хорошо. Ну все тогда. Слушай, хотела с тобой посоветоваться. Уже неделю не могу с парнем нормально заниматься сексом. Все время чувствую какой-то дискомфорт. Даже перестала испытывать оргазм. У тебя такого случайно не было? Знаешь, буквально 3 недели назад сама это пережила. Скажи, а сколько времени вы уделяете прелюдии? 5-7, не больше. Оказывается, неприятные ощущения во время секса бывают из-за того, что парень недостаточно времени уделяет прелюдии. Смазка не успевает вырабатываться, и мы испытываем дискомфорт. Но, как сказал мне доктор, наличие местной инфекции может только усилить эту боль. Самая распространенная — молочница. Это было у меня. А какие симптомы? Обычно это творожные выделения, зуд. Ты, главное, не волнуйся. Я сначала очень испугалась. Лечится легко. Никаких антибиотиков и уколов. Буквально одно средство поможет избавиться от всех симптомов. Так что запишись к врачу и наслаждайся интимной жизнью.